Встречайте на льду Екатерина Стриженова и Алексей Тихомар! Катя и Леша – лидеры проекта. Пока других оценок, кроме самых высших, они и не получали. Ребята танцевали под музыку из кинофильма «Завтрак у Тиффани». И совершенно неожиданно это Саша Стриженов, Катин муж. И совершенно неожиданно для меня выяснилось, что Катя Стриженова и Одри Хепберн практически одно лицо. Только Катя гораздо лучше катается на коньках. Мне очень понравился этот номер. К сожалению, Катя допустила техническую ошибку в несложном элементе. Она разворачивалась через левое плечо, зацепилась зубчиками правого конька за лед и потеряла равновесие. Это хорошо, что Леша Тихонов такой высокий и сильный, успел ее подхватить и спас ее от падения. Хочу еще раз напомнить вам, уважаемые телезрители, что...